аппарат очень точного наведения, то есть мы попадаем уже непосредственно в саму опухоль, обходя критические структуры, то есть сердце, жизненно важные органы аорта, и которые находятся рядом с опухолью. В данном случае мы лечим заболевание легкого, снимаем синдром сдавления верхней полой вены. То есть пациент после нашего лечения будет легче дышать, будет уменьшаться опухоль, улучшаться его самочувствие, ну и в дальнейшем надеемся на полное излечение. В 2022 году у нас была задача перезарядить аппарат, но возможности такой не было. И, кроме того, источник стоил порядка 60 миллионов рублей, что была достаточно большая сумма. На тот момент нам помогли наше Североевропейское управление Ростехнадзора. Они подключились к решению данного вопроса и помогли нам получить все разрешительные документы для того, чтобы перезарядить аппарат российским источником. Российский источник был разработан нашим предприятием Росатома «Маяк». Стоил он в 3 раза дешевле.